Я расскажу вам историю без счастливого конца. Она о пятерых милых девушках из чудного города Роузвуд. По какому случаю? Мы всегда будем друзьями. Они были лучшими подругами. Народ, вы прошли испытание. А лучшие друзья делятся секретами. Если спросят об этом, ты должна соврать. Как-то ночью, где Элли, самая милая из них, исчезла. Я везде ее искала. Кажется, я слышала крик. И их осталось четверо. Ты не ответишь? Тайна осталась не раскрытой. Слушайте, мы рассказали, что знали, как и в ночь ее исчезновения. Но настоящие проблемы только начались. Она слишком много знала. Что сделала с тобой? Это она, вы не понимаете, она повсюду. Возникли новые тайны. Мы пообещали. Милые девушки отвратительно лгали. Я отведу тебя к ней. Поезжай. Как будто их жизни зависели от этого. Ханна! Все зашло дальше, чем они себе представляли. Здесь кто-то был. Спасите! Им уже не свернуть с пути. Если ты когда-нибудь вернешься в Роузвуд, я тебя закопаю. Остался всего один вопрос. Теперь вы мои. Как мы до этого дошли? Милые обманщицы,